Мы находимся с вами в Яблоневом саду при киностудии «Мосфильм». Этот сад много лет уже радует наших сотрудников своими яблоками. Ну, конечно, сейчас они еще зеленоваты, но в августе уже можно будет собирать урожай. И мой второй вопрос касается как раз именно этого сада. Скажите, пожалуйста, благодаря кому появился сад на киностудии «Мосфильм»?